Хочу сказать вам спасибо за ваши письма. Мы хотим молиться за них, за каждого человека, который присылает эти сообщения. Есть много нужд. По этой причине мы будем делать раз в месяц такую общую молитву для тех, кто присоединяется к нам с нами по интернету. Но хочу вас уверить, что когда мы получаем ваши письма, мы их не только читаем, мы за них молимся. И у нас пришли просьбы о том, чтобы помолиться за детей, за внуков, за родителей, за то, чтобы Бог открыл следующий этап жизни. И я бы хотел сегодня помолиться за Ину, за Норбека и его отца. Хочу помолиться за Елену и за ее внуков, чтобы Господь благословил их и те нужды, которые у них есть, они исполнились. Аминь, Шабашимаим, Отец Небесный во имя Ишуа. Ты знаешь эти ситуации, эти проблемы, когда Норбек молился и молится за своего отца, за Ину, которая ищет пути служения в теле Мессии, и за Елену, которая молится за внуков. Я прошу милости и благости для них. Ты знаешь, Господь, как помочь, как исцелить, как направить, и мы все передаем в Твои святые руки. Спасибо Тебе. Мы также сейчас приносим на наших молитвах... Израиль и ситуацию в Израиле. Мы благодарны, Господь, что Ты защищаешь свой народ. Мы благодарны, Господь, что Ты хранишь его. И мы знаем, что придет время отрады для нашего народа. Ты хранишь его. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил наш народ, чтобы открылись глаза нашего народа, и а они узрели того, которого пронзили. Узрели того, кто дал им милость и благость, кто дал им примирение с отцом. Мы просим, чтобы открылись глаза евреев к имени Ишуа, спасение. Мы просим, благослови народ Израиля и всех наших братьев и сестер, которые находятся там, в Арец Израиль. Мы благодарны за них, что, ой, Господь, Слово Твое проповедуется, что милость Твоя к ним протянута, что они имеют обеспечение, и благодарим Господь, что произошла эта победа в суде, где Наши братья получили также подтверждение о том, что есть мессианские общины, которые освобождены от многих налогов. Это как еще одна победа признание о мессианском еврейском движении ⁇ Роз Израиль ⁇ Благословенно имя Твое. Аминь. Хочу также и вам сообщить, что 29 февраля вечером здесь будет молитва Дрешелевская 9А. Мы будем молиться за Израиль, мы будем молиться за за людей, которые имеют чувство антисемитизма, чтобы антисемитизм не проявлялся и не имел корней в нашем обществе. Мы понимаем, что это важная молитва, и мы просим вас присоединиться к этой молитве против антисемитизма. Мы хотели бы также молиться за Украину. В течение уже этих месяцев мы молимся за мир в Украине, мы молимся, чтобы Господь дал нам понимание и мира и э, отношений, и взаимоотношений между людьми. Поэтому, чтобы Запад и Восток был соединен, чтобы Юг и Север были едины, чтобы была Украина, которую видит Господь, единой. Аба, мы просим, благослови наш народ здесь, на Украине, благослови украинский народ и все остальные нации, которые здесь, в Украине, находятся потому что Ты дал нам суверенитет, Ты дал нам границы нашей страны здесь. И мы просим благослови, правительство, благослови братьев и сестер, благослови общины, церкви, храни, Господь, общины и еврейские, и украинские, и болгарские, и русские, и чешские, и венгерские, Господь. Мы здесь, хотя и этнически раз, различны, но мы живем здесь, на Украине. И мы просим благослови эту прекрасную страну. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, Присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.